Добрый день. Вот мне пришла посылочка от Авели. Вот тут, видите, написано, с Новосибирска. Сейчас будем ее вскрывать. Мне очень нравится, как у них упаковывают. Всегда посылки, всегда приходят в коробках, а не в пакетах. Всегда все качественно так упаковано. Ты не всегда даже сразу откроешь. Вот сейчас распечатаю. И посмотрим, что нам там пришло. Так, открываю, как видите, все проложено, все качественно, различные картоночки, видите, даже пупырчатая пленка. Так, накладная на все, что у меня тут есть. Так, дальше иранский памеран, по одной штуке. Упаковано. Самое главное, я ждала, чтобы у меня пришел белый памеран. Так как перед Новым годом. Он очень такой. Редко где есть. Так, вот я взяла недорогой китайский пинцетик. Как видите, все. В специальных упаковочках уже запаковано с загнутыми как раз кончиками. Ну, я так думаю, неплохой. Все хорошенечко прижимается, без всяких зазубринок. Так, также я взяла несколько гребней. На все украшение, так, это я понимаю, упаковочки не положили в подарок. Так. Инструкция при работе с дыроколом. Это я взяла дырокол. Так, у нас тут 1,6. Дырокол сирени. Редко где продается, тоже можно найти вот на Авели. Такой дырокол есть. Так, вот даже с инструкцией. Ой, пришла какая у меня белая тейп-лента. Мне, кстати, у них очень нравятся тейп-ленты. Во-первых, они всегда запакованы очень хорошо. Видите, у них своя упаковка. И не пересыхает тейп-лента, пока доходит. Да и если, допустим, у меня такая уже есть, я могу спокойно ее оставить. В этой упаковке с ней ничего не будет. Серый цвет. Вот это, кстати, у меня вот такой мятный, самый ходовой идет, потому что ее очень хорошо можно подтонировать. И вот такой темный зеленый, это зеленый мох называется. Так, дальше что у меня? Флоксовая пудра, ворсовая пудра, по-моему, называется. Мне нравится, у них очень большие банки. И получается по деньгам очень недорого. И баночки, причем очень удобные, с широкой крышкой. Вот такие вот. Очень удобно пользоваться. Я вот желтую уже брала. Взяла белую еще. Так, это у нас какие-то шарики. Я их взяла для того, чтобы делать вот декор. Такой салатовый цвет мне понравился. Очень мелкие шарики. Как раз можно будет ими обсыпать ягодки. Будет классно смотреться. Так, еще белый памеран. Это экстра. Так, 0,8 миллиметров. Так, проволока. Вот, кстати, проволока это у них очень-очень дешевая по сравнению с остальными.
Тут получается номер 24 я взяла и белую 28 номера я взяла, потому что где-то 30 номер у меня уже белая есть. И взяла вот 24 потолще. Вот как видите, опять все упаковано. Каждый все отдельно. Так, дальше. Вот это какой-то новый корейский цвет. Цвет весенняя прохлада. Он, ну вот на экране он какой-то у меня немного бледноватый. Так вот он совсем нежно-нежно, вот скорее мятный цвет такой. Так, дальше вишневый пудинг. Такой бордовый. И как видите, все проложено со всех сторон. Пленка пупырчатая этой вот упаковочка. Хотя, если честно, тут ничего такого, что разбивается, даже и нету. Вот, получилась целая куча всякого разного. Причем, получается, мне чем нравится, на Авели вот у меня выходит уже 40% скидки. Там есть такая функция, регистрируешься у них на сайте, есть личный кабинет, им отправляешь свои электронные, страницы в соцсетях, и у них в группах, в соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках можно выставлять свои работы. Выполненные как раз, они еще занимаются не только фоамираном, еще и глиной. И можно выставлять свои работы, я вот выставляю по фоамирану. И за это получаешь, называется, авельки за каждую работу. Они накапливаются, соответственно, чем больше авелек, тем больше скидка получается. И в них можно истратить до 40%, получается, почти половина высчитывается на эти авельки. Вот у меня в этот раз даже еще остались авельки, где-то 400 с чем-то. Вот я истратила 830, что ли, не помню, или 840, что-то такое. И у меня конечная сумма вышла, 830 получается. Вот. У меня, вот видите, бонусы, минусом идет 830. И я уже заплатила только 1500. Очень удобно. И получается, как говорится, намного меньше. И у них, кстати, снизилась доставка. Была 330, сейчас 270. С учетом того, как они упаковывают и вообще какое качество все приходит. Вот ни разу не было, чтобы пришло плохого качества. Даже вот я говорю, что с инструкциями, даже инструкции отправляют. Вот. Как и что делать. Вот пинцеты у нас в городе вот такие не найти, тем более по такой цене. Что-то я купила, сейчас даже вот скажу. Пинцет стоит по их цене. Так, 73 рубля. Соответственно, минус 40%, это получается рублей 40 всего. Это совсем недорого. Также проволока. Так. Проволока 122 рубля. Я в другом месте покупала, там было 150 с чем-то. Также те же 100 штук. И тот же самый номер. Вот. Тут все-таки дешевле получается. И плюс еще минус скидочка. Я так думаю, вообще классно. И плюс мне еще, я говорю, что больше всего мне нравится, во-первых, как с ними работать. Нету никаких проблем по задержке. Оплатила, они буквально в течение 2 дней всегда отправляют. Все пишут. Сразу же есть номер. Все автоматически приходит. Если есть какие-то вопросы, им можно написать на электронку. Отвечают буквально, обычно у меня в течение нескольких часов. В течение суток обязательно они отвечают, если какие-то вопросы есть. Можно, допустим, узнать, если допустим, чего-то нет на складе на одном, можно им написать, они могут перевести с другого склада, если у вас есть время подождать.
Запросто можно. И вот дырокола мне, кстати, очень нравится у них. Вот у меня сирени есть. Так, ну, у меня тут убран. Вот у них есть вот такие вообще малюсенькие дырокольчики. Они всего 8 миллиметров в диаметре получаются цветочки. Вот такие маленькие совсем. Вот у меня еще где-то стоит, не дотянуться мне до него, сирени. Очень удобно вот такие маленькие дырокольчики. И качество классное. У них своя фирменная упаковка, даже вот у дыроколов. Ну все, я распаковала свое хомячье богатство. Буду его применять. Всем пока-пока!